И здравствуйте, с вами опять Никита. Видите, как у меня гаражик, я новую квартиру купил за 213 тысяч. Вот такую вот. Так что вот, отдаю вам честь. Можете давать свои ники, я буду писать их пишите в комментах. Так, сейчас я сфоткаюсь на память в своем же гараже. Так, главное, чтоб Феникс захватило. Так, где у нас здесь телефон доставать? Так, достаем телефон. Так, вот. Блин, как-то. Феникс, ладно, вот так показать с нее. Снял их. А я вот на это чик-чик сфоткал я Феникс. Ну и все как бы. Ну, сегодня я в кафе какого-нибудь раскачиваю эту тачку. Вот эту вот. Как она называется, она бесплатная. Я вам потом покажу в конце серии, как она называется. У меня 19 тысяч, а чуть-чуть, прям вообще чуть-чуть разбогател. Я вам багу свою напишу в комментах, окей? Присоединяйте. Кстати, добавляйте вот этого друга моего. Он очень хороший друг. Он мне как-то раз дал. Он читер. 100 миллионов дал мне как-то раз. Я их потратил на 50, ну, на 50, а на 10 аддеров. И всех раскрасил одинаково. Модифицировал одинаково. А потом я сделал дюб всех 10 машин своему другу, а потом их продавали каждые 45 минут. За полностью раскачанный аддер дают 1 миллион. Сколько он стоит? Ну, без этих всех чендалов там. Да что орёте? Да кто таким права-то дает? У меня, как видите, 39 уровень. Ого! Жесть. Там, конечно, было поближе. Здесь броню как бы не надо, о, бамперы, сюда, давайте я сюда, такой, а здесь такой еще. Выгодный, ну, посмотрим, что нам. Так, пусть такую, мне не надо, пусть запасную. Тянулки поставим, не знаю, что это дает, мне нравится черный, потому что машина черная. Эмблема банды. Не хочу вашу эмблему банды. Основной цвет. Давайте какой сделаем. Ну, давайте попробуем мой любимый цвет. Сейчас матовый. О, да, матовый. Вот он. Вот он. Любимый белый, пусть беленький. Да. Вроде. Вот такие пусть, да, стоят, ребят. Полуспортивный когда будет? Осталось 4 года. Колёсся. Масенка, какие здесь еще у нас есть виды. Ребят, давайте тогда установим. А, у меня денег не хватает. Не приносить колесо. Все. И мы это все. Мы так и скачали стекла. Ни хрена себе, сколько они стоят. Ну, давайте поставим сейчас, когда. Ну вот как бы и все. Стекла как бы не обязательно. Не, я, наверное, да, я буду, наверное, потом, как бы бабло получу. Вот так-то прикольно, да, тачка получилась. Очень быстро, кстати, сейчас мы ее испытаем. Так. Кому будет скучно, как я еду,
можете просто перемотать. Дебилы. Ну так спокойно, да, я тачку получу у себя. Мне так прикольно понравилось. Так, ребята, извините, просто молчал я. Так, вот. Ну, блин, вот тут, кстати, ребят, я в следующий раз я вам покажу. Ну, бак просто читку. Ну, маленький очень. Даже, ну, за эту машину можно поставить лайк. Может, за мой гараж и фотку такого феникса можно поставить лайк. Кстати, друзья, как отправить фотку моему другу? Напишите в комментах, я просто не знаю. Ну, кто знает. Ну, вот мы и приехали на такой полигон. Мы гоним. Конечно, не... ну, по земле она как бы, ну, ее специально на пляже делают, потому что она такая. Вот просто отпускай все. Она сама рулит. Вот сейчас я поворачиваю. Ну и все, это видео заканчивается на этом моменте. До следующих встреч!